Итак, всем привет, с вами Дубгай, мы продолжаем играть за Францскую империю. И если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. И у нас ситуация не самая приятная. У нас тут на юге прорыв опять, опять боты насрали в один порт какой-то, туда-сюда, и вот пошло здесь уже миллион дивизий. Очень мерзко, очень неприятно, именно за это я эту игру не люблю. Как бы да, игру-то я в целом люблю, но вот из-за таких моментов, конечно, очень неприятно. Тем не менее, думаю, мы совсем справимся, ведь у нас здесь есть резервы. И более того, сразу этими резервами мы, я думаю, будем готовить еще одни. Ну, типа, а вдруг что-то пойдет не так? Все равно у нас хватает и снаряжения, и людей, всего на это есть. Пускай готовятся, лишними не будут. А вот эти три армии, я думаю, так, где вот эта армия? Странно, что она здесь отображается не тем цветом, но допустим. Эта армия сейчас добьет здесь дивизии и пойдет вместе со всеми. Вот сюда, защищать наши южные рубежи. Здесь немножко фронт мы переделаем вот таким вот образом. И будем идти на юг. А здесь будем идти на север. Здесь есть порты, я думаю, снабжение мы туда можем провозить. Так что сначала сюда как-то отобьем вот это, а потом уже единым фронтом обратно в Турцию. Конечно же, этот фронт будет продолжать просто идти на восток. Потому что нам очень надо, чтобы Россия капитулировала. За ней, в принципе, капитулирует весь альянс. Я бы даже, может, хотел сделать здесь какой-нибудь, не знаю, колобок, чтобы они побыстрее сдались, но не сильно он, скорее всего, повлияет, но хотя бы чуть-чуть. А судьба Украины, мы тут все оккупируем, так что оккупируем Украину. Да, вся Европа это Франки. И самое страшное, в Британии у нас здесь происходит, нам надо успеть эвакуировать войска вот сюда, и потом начать наступление на север и на юг. В принципе, я думаю, мы справимся. Поехали. Так, Британия капнула, неудивительно, но я думаю, мы сейчас все здесь камбэкнем. Кстати говоря, тут снова сейчас образуется говно. Как обычно, эта игра не может проливы взять и рассчитать. Нам приходится сделать вот так. Ну ладно, мы сделаем. Мы не гордые. Запушим вот так. И, пожалуйста, атакуйте. У вас стоит третья агрессивность. Можно, пожалуйста, атаковать. Спасибо. Ты провинции. Ладно. В общем-то, сейчас потихоньку-потихоньку все улучшается. Самое главное, что мы Британию очистили. В очередной раз. На севере, конечно, еще есть некоторое сопротивление, но мы с ним разберемся. Надо как можно быстрее добить Россию, и тогда реально все это закончится, чудо. Вот это все отвратительное чудо. И нам уже останется только с другими странами довоевать. Мы, кстати, вроде довоевали на севере, ну не совсем довоевали, но, по крайней мере, я вижу, что наша армия здесь освободилась. Не знаю, как здесь пропал фронт, но как-то пропал. Не суть важно, мы что делаем правильно, мы занимаем фронт тогда вот здесь. Ну, вроде ситуация здесь тоже стала поприятнее. На севере есть там перемирие, кстати говоря, второй раз, по-моему, прокает. Если я не ошибаюсь, может, что-то сломалось. А здесь острова, господи, отвратительно, не могу добить. Сейчас из них кто-нибудь полезет еще, небось. Давайте мы тогда что сделаем? Правильно. Кто нам мешает остров добить? Куда вы полезли? Правильно. Не туда. Отменяем все регионы, чтобы просто выбить этот один регион. Спасибо, что вы теперь поплыли туда. То сейчас оттуда полезут опять французы, и мне опять все поломается. Здесь мы все чудо это добиваем, слава богу. Я уже устал здесь воевать. Здесь тоже все становится... О, господи, они... Теперь один танк бежит и захватывает кучу говна здесь. Как это отвратительно. Ну, что поделать? Что поделать? Ничего не поделать. Делаем вот так. Ох. Как я люблю эту игру, вы не представляете. А, это остров без морского прохода. Тогда ладно. Я сказал без морского прохода, хотя по факту, ну вы поняли, без сухопутного. В целом, без разницы. Ух, мы очень долго чистили вилкой, и теперь здесь красиво, здесь почти красиво, здесь фронт хотя бы один. Здесь все еще, конечно, некрасиво. Вилкой не дочистили. Еще только половина капитуляции. Из-за вот этих вот мега-гор везде, у меня постоянно ломаются все фронты, и дивизия оказывается вот в таком состоянии практически регулярно. 10 из 10. И вот мы заставили Румынию капитулировать опять. Скоро снова будет капитулирована Болгария, а за ней, я думаю, и Албания, а там уже будет Турция. Наконец-таки мы как-то этот фронт успокаиваем. И вот он, фронт стабильный, как красиво, он просто идет на юг, и мы просто сжимаем всех. Сейчас я знаю, что здесь вот он опять сломается, потому что здесь проливы, и мы сейчас будем его сразу чинить и сразу вручную переходить на другую сторону пролива. Кстати, у нас начали заканчиваться некоторые виды снаряжения.
Забавно. Что ж, я думаю, мы просто сделаем, ну, вот так. Тут еще тоже заканчивается вот так. Так, и ну как-то вот так, наверное, да. Я думаю, хватит в целом-то. Ну, давайте так, чтобы это наверняка, ну, вот так. Вроде всего хватает. На всякий случай вот так еще накинем. Да-да, нормально, нормально пойдет, я бы сказал. В принципе. Благо, военок уже хватает. Румынская Турция капитулировала только от одного Константинополя? Что? Ну, ладно. Здесь вон опять троллинг какой-то произошел. Видимо, где-то здесь опять фронт сломался. Наплевать ли нам? Наверное, нет. Наверное, я все-таки задефаю. Осталось не так много. Давайте туда какую-нибудь одну армию казуально отправим. Пускай справляются. Ну и сейчас, конечно же, Турцию здесь добьем, чтобы нам никто случайно в штаны сзади не насрал. Ой, кстати, мы еще и здесь все докрасили отлично. Там уже никто не прорвется. Ну все. Почти что полное спокойствие. Тут только по мелочам еще, конечно, разобраться. Но в целом уже неплохо. И вот мы дочистили Турцию, дочистили здесь все. Как сразу приятно стало, а? И нету никаких стран, здесь все в один цвет покрашено. Прекрасно, прекрасно. Прекрасные франки, прекрасных 8 миллионов людских ресурсов в запасе. Прекрасных. А сколько тут у нас? Ага, 500 военных заводов, 400 фабрик, даже 500 фабрик на самом деле. Мы просто не все используем. Да. И это я замечу, у нас прирост призывников идет 45 тысяч в месяц. Я подозреваю с нашими потерями, что мы, может, теряем около этих цифр в месяц-то максимум. И причем, замечу, возмещение у нас... Да-да, 50%, то есть по факту мы потеряли отсюда, ну, так-то 700 тысяч, но мы вот только сейчас исследовали, да, поэтому где-то, ну, 1600 мы, наверное, потеряли, точнее, 800, наоборот, в плюсе. Да, то есть, ну да, где-то, я думаю, мы в месяц рожаем больше призывников, чем теряем. И это все, конечно же, благодаря где-то наш баф этот прекрасный. Вот, плюс 50% прирост населения. Это безумно много. Вот наше население и просто безумно растет постоянно. Мы пошли в Екатеринбург. Господи, ну почти. Уже вот-вот, и мы заставим Россию капитулировать. Но, господи, как же далеко они отступают. Просто, ну, бесконечно, по-моему. Блин, они вообще там собираются капитулировать или нет? Я иду до Коканда, который отмечается как их столица. Ну да, это у нас территория, так что и правда там есть что-то. Ну, сейчас побьем по вот этим. Это что же у нас территория уже, да. Ну, где там капитуляция-то? Самая прекрасная. А вот она. Ух, это было очень долго. Вот эти вот выставки всякие. Выставки сюда, здесь какие-то непонятные фронты. Это было очень мерзко. Но мы совсем справились, все победили. Страна наша теперь просто гигантская. Можно сказать, с уверенностью непобедимая. Давайте-ка посмотрим на нее теперь. И, блин, тут Россия, кстати говоря, не полная. Тут вон чуть-чуть территории не хватает. Трансамур так и не атаковал, так и ничего не сделал, судя по всему. Что ж, на этом, я думаю, можно было бы и закончить, да? Последняя серия оказалась такой небольшой. Я не думаю, что есть какой-то большой сильный смысл идти добивать там Францию, Канаду, потому что сопротивления они не окажут. По факту, у нас уже соперников нету, ну мы просто слишком сильные уже. И, объективно говоря, у нас просто бесконечная промышленность, бесконечные людские ресурсы. Было вот 207, пока довоевали, уже 1 миллион нарождался. 1 140 000 в это подходящем. Еще не подходящем, там, может, сколько-то миллионов нарождалось. Так что, да. С вами был DubGame. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, ребята. Не забываем. И до скорых встреч. Всем пока.